Итак, мы на кухне у Каспера, так как мое галимое видео с кайтлупами никто не смотрит, мы решили запечь скумбрию. Сейчас у нас, так сказать, уже окончательный финальный этап запекания скумбрии. Вот. В данном случае это скумбрия, купленная в обычном супермаркете. У вас на районе можно купить. Вот. Ну, даже в таком гетто, как у нас. Итак, что для этого надо? Нужна одна скумбрия, одна луковица, также пучок зелени, петрушечки. Так, ну что еще тут? Скажи, что еще тут? Мы забыли. Конечно же, ее посолить. Ну, это классический рецепт. Вот, берем ее в фольгу, ложим сюда все, напихиваем, наталкиваем побольше. Не жалея. Ну, конечно, лимончик. Лимончик я уже немножко полил. Вот, чтобы он промариновалась наша рыбка. Вот так вот хорошо. Ну, в принципе, все, маринуем. Дальше мы ее заворачиваем. Так, чтобы она еще так вот полчасика промариновалась. Но мы решили не жлобиться и закинуть побольше петрушки. Чтобы все-таки рыбка наша была не горькая, такая вот нежная, пикантненькая. Вот. Скумбрия, конечно, не лучшая рыба для запекания, но нам-то пофигу. Так как скумбрию мы любим и на костре, и запекать, и варить. Ну, и как бы сырую есть. Это как бы окончательная версия данной рыбки, так как мы ее очень долго запаковывали. Я именно ее очень долго запаковывал, потратил 3 рулона фольги. Вот. Ну, вот теперь она приблизительно выглядит вот так вот, как полусъедобное блюдо. Пока моя собака поедает блинчики кабачковые, рыбка маринуется. Прошло уже 15 минут. Итак, мы снова у меня, у Каспера из Киева, на кухне. Вот, наша рыбка потомилась полчасика, ну, даже уже больше. Теперь мы ее засовываем в обычную такую советскую архаичную духовочку. В принципе, она есть в любом городе СНГ, бывшего СНГ. Поэтому я не думаю, что у кого-то возникнут какие-то проблемы с запеканием данной рыбки скумбрии. Да, ну сначала мы подрегулируем так, чтобы поменьше у нас тут газ был. Вот таким незаурядным приспособлением. Вот. Ну, как-то так, на глазик. И наша рыбка медленно погружается в данную жаровню. Вот. Ну, в принципе, все. А дальше посмотрим, как она будет. Вкусная, невкусная. Ну, я думаю, будет неплохая. После получаса запекания рыбки в духовке у нас получилось вот такое вот незаурядное блюдо. А пока мы будем пробовать, присоединяйтесь, подписывайтесь на мой канал на YouTube Каспер Киев. Канал в основном посвящен кайтсерфингу, ну и всякой